Добрый день! С вами компания Мариади, и меня зовут Анастасия. И мы продолжаем нашу серию видео о летних языковых лагерях. И сегодня я расскажу вам про лагерь БОС, или Boxwood Overseas Summer School. Летний лагерь БОС является одним из самых популярных лагерей в мире. Находится он в красивых и живописных окрестностях между городами Гастингс, Рэй в графстве Восточной Сурей. История города берет свои истоки еще в 8 веке, пройдя путь от незначительного местечка в Англии до одного из пяти основных его портов. Сегодня Гастингс – знаменитый морской курорт и центр рыболовства, в котором в разное время бывали такие известные британцы, как Льюис Кэрролл и Чарльз Диккенс. Лагерь предлагает общий курс для детей от 8 до 17 лет с минимальной длительностью в 2 недели. В неделю английскому уделяется 20 часов. В программу, помимо чисто языковых занятий, включены специальные занятия под названием «Кусочек Британии», где дети ближе знакомятся с британской культурой, ее традициями, историей и искусством. Студенты общаются с местными жителями, выезжают на экскурсии, участвуют в маскарадах, кулинарных шоу. После основных занятий дети отправляются на факультативные, которые они могут выбрать сами. На выбор предоставляются футбол, гольф, теннис, танцы и верховая езда. Также по желанию студент дополнительно может выбрать сдачу Trinity Exam по окончанию курса. В таком случае на занятиях они готовятся к экзамену, после сдачи которого получают сертификат международного образца. Культурно-развлекательная программа включает в себя увлекательные и познавательные экскурсии как на целый день, так и на полдня. Студенты посещают такие города, как Лондон, Оксфорд, Кембридж, Исборн, Рай, Гастингс и Кентербери, а также отдыхают в знаменитом парке аттракционов Торп. Помимо насыщенных экскурсионных программ, есть программа мероприятий на территории самого лагеря. После учебы во второй половине дня проводятся международные вечера, олимпийские игры, шоу талантов, фэшн-шоу, просмотр фильмов, холли-фест, различные игры и викторины. Проживают ребята в резиденциях в разноцветных домиках, в комнатах от 1 до 4 человек. В комнатах есть вся необходимая мебель. В каждом доме комнаты отдыха с телевизором, бесплатный Wi-Fi, торговые автоматы с напитками и закусками. Питаются дети 3 раза в день. Повара БОС каждый день пекут свежие хлеб и пироги. Стараются предлагать детям разнообразное сбалансированное меню с учетом диетических пожеланий при необходимости. Чтобы узнать больше о данном лагере и не только, просто позвоните нам по номеру, который вы видите ниже, и оставьте заявку на нашем сайте, ссылку на который вы также увидите в описании к этому видео. Наши специалисты свяжутся с вами с радостью и ответят на все интересующие вас вопросы. Обратите внимание, что все консультации, помощь с выбором учебного заведения и последующим оформлением нашей компании для вас абсолютно бесплатны. Подписывайтесь на наш канал, узнавайте больше о языковых лагерях вместе с Мариади. Discover English World with Мариади. До скорой встречи, всего вам доброго, пока!